Всем привет, дорогие друзья, с вами Грегори, и это 34-й выпуск второго сезона проекта «Город в Майнкрафте». В сегодняшнем выпуске у нас более масштабное обновление. Сегодняшнее масштабное нововведение в этом городе — это ТЭЦ-1. ТЭЦ расшифровывается как теплоэлектроцентраль, то есть тепловая электростанция, друзья. Причем вот так выглядит небольшой комплекс, тут у нас сама ТЭЦ, теплоэлектроцентраль. Дальше у нас идет администрация, идет дальше офис энергосбытовой компании и дальше столовая. Хотя изначально была идея сделать столовую для рабочих ТЭЦ-1, для энергетиков, так сказать. Если вы подумаете, что я с этим словом именно думаю, что именно энерготосы, то есть напитки, то вы ошибаетесь. То есть, энергетика в основном это рабочие на электростанции. Ну что ж, друзья, давайте мы разберем это нечто, можно сказать, детально. Начнем с самой теплоэлектроцентрали, у нас дальше идет табличка, то есть айсатовская Так вот, написано айсатовская теплоэлектроцентраль. Если что, располагается по адресу улица Советской Армии, так что... Дальше идет у нас новая улица, она будет называться улица энергетиков, то есть в честь рабочих ТЭЦ. Типа электроцентрали. Еще пока что я не пронумеровал, так что таблички еще скоро появятся. И в перспективе тут появится небольшой жилой комплекс, то есть, ну как ЖК, то есть обычный комплекс, то есть небольшой поселок производится, то есть, внутригородской поселок. Те, кто слышал, тот поймет. Тут у нас есть охранник, то есть нас проходим, то есть по специальному пропуску. Тут дальше идет сама электроцентрали. Тут у нас различные кабинеты, одинаковые такие вот, у нас книжки, стул, все. Тут у нас лестница на второй этаж, тут тоже самое, те же кабинеты. Тут у нас такая дырочка, можно сказать. И дальше самое интересное, друзья, вот самое интересное уже рядом. Тут у нас такие вот трубопроводы, тут у нас идет тепло. Дальше у нас... Тоже я поставил печки, хотя я изобразил это как, ну, паровой котел. Ну, вот здесь тоже печка стоит, рычаг, и дальше идет сами трубы. Ну, трубы расставлял из блока железа, то есть, ну, типа, можно сказать, рандомно расставлял их, то есть, делая своеобразную паутину. Кстати, вот эту вот часть я не соединил, к сожалению. Сейчас я сделаю соединение вот этого. Вот. И вот тут наверху. Дальше идет комната. Тут у нас идет комната управления трубопроводом в теплоэлектроцентрали. Здесь показывается различные. Тут у нас компьютеры, тут у нас сидят рабочие, которые следят за состоянием электроцентрали. Ну и в принципе. Так, выглядит немного сыро, то есть из-за того, что там мало, то есть, ну, выглядит, ну, зато просторно, друзья. То есть, ну, маловато, конечно, но все по делу, можно сказать. Также, кстати, я добавил еще остановку общественного транспорта ТЭЦ-1. Дальше у нас идет киоск под названием Айсатовск печать. Это отсылка на тот же Роспечать в России. Дальше идет ТЭЦ-1 у нас, точнее администрация. Дальше идут различные кабинеты. Тут вот кабинет, тут у нас архив, то есть из бюро завода. Не завода, а электростанции. Дальше бухгалтерия. Такая вот. Еще один кабинет. Тут, возможно, уже сидит директор электростанции. На втором этаже держа кабинета. Тут уже немного зеленые стены. Тут тоже кабинет. Тут у нас различные... Тут тоже бухгалтерия находится. В различных кабинетах находятся начальники, там, начальники цеха,
различные замы, директора и так далее. Следующее обновление, друзья, следующее вот у нас, а это офис энергосбытовой компании, Айсатовск энергосбыт. Это компания, обеспечивающая сбыт электроэнергии в городе, отвечающая за работу электричества в самом Айсатовске. Тут у нас менеджер сидит, дальше у нас идут кабинеты. Тут идут кабинеты. Вот у нас книжки, стул, сиденья, сидушки. Здесь тоже самое, только отражено в другую сторону. Склад вот небольшой. Хотя тут прописано, кабинет номер 3. Дальше. Тоже кабинет. Здесь тоже самое. Вот. Правда, полочки это прифигачены. Дальше. Шестой кабинет. Вот. Шестой. Дальше. Тут практически то же самое. То есть сиденье, стол, книжки и полочка. Точнее, две полочки. Тут уже кабинет поменьше, тоже без книжных полок. Этот кабинет уже попросторный, друзья, тут у нас. Тут уже собирают работники компании, то есть обсуждают, типа, обсуждают различные темы, мол, типа поднятие стоимости на электричество и так далее. Тут у нас два верстака, то есть горшки цветочные, тут у нас цветок стоит, мак вроде, а тут мухомор. Тут тоже стол, книжные полки, кровать, хотя я не знаю, зачем здесь, но... И дальше это проигрывать. Следующее обновление уже, которое завершает этот комплекс небольшой, это столовая. И изначально планировалось сделать как обычно столовую для рабочих, для энергетиков ТЭЦ-1. Но решено было сделать ее, можно сказать, столовую для жителей поселка, то есть общей столовой для этого всего жилого массива. Даже вот детский садик видно. Детский садик, я, можно сказать, думаю, что зря сказал, но... В принципе, вот у нас такие вот сиденья, столы, касса и кухня. Кухня, то есть я делаю как обычно, то есть... Холодильники, зелеварки, печки, раковины. И еще раз там где-то 2-3 ряда там таких вот. Так вот касса, кстати, отделена. Так вот. Проход на кухню. И все. Вот. Такая вот столовая, в принципе. И последнее обновление, оно маленькое, но последнее. То есть мне очень приятно, так сказать. Это Спар. Ну, точнее, супермаркет Спар. В общем, располагается на улице Партизанской. Так вот, так выглядит Спар снаружи. Тут у нас будет... То есть, оформление необычное, кстати, у нас такой козырек из красного лаймового бетона. И внизу там такой темно-серый бетон. А вот остальная часть, где сделают крышу из кварца, блока кварца под стены, остальная это уже из... полных блоков гладкого камня. Не из полублоков, а полностью из гладкого камня. Тут у нас табличка Спар, то есть дальше идет режим работы с 9 утра до 22:00. Дальше у нас идут камеры хранения, ну, как обычно тут у нас банкомат. Кстати, да, у меня просто привычка добавлять банкоматы в магазин. Если строю какой-нибудь продуктовый магазин или супермаркет, то я сразу начинаю добавлять то, что обычно бывает там. Ну, банкомат там, то есть. Дальше касса, всего 3 штуки. Проход у нас. Дальше здесь проход без покупок. Здесь, точнее, выход без покупок. Дальше идет у нас. Автомат самообслуживания, ЖКХ услуг Айсатовска. Кстати, те, кто не шарит, то есть
Я скажу лично то, что Спарт сотрудничает с компанией, обеспечивающей услуги ЖКХ. То есть, по сути, Спарт обязывается устанавливать автоматы, если не кассы, то как минимум автоматы для оплаты услуг жилищникам ЖКХ. То есть, типа, электричество, газ, вода. Там. Хотя, кассы зря упомянул, поскольку в большинстве случаев в жилых домах имеется именно централизованное отопление, то есть не с помощью газа, то есть не печное, то есть печек, а чисто централизованное. Вот и все. Дальше у нас такие полки, то есть у нас замороженная продукция, склад, такой вот, и выход. И дальше идет такая дорожка, которая сюда подъезжает грузовики. Вот такой получился внеплановый выпуск проекта Глава в Майнкрафте. Понравилось или нет, решать вам. С вами был Грегори. Подписывайтесь на мой канал, если вы у меня впервые. Ставьте лайки, пишите свои идеи, что еще построить в этом городе. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Спасибо всем за просмотр. До новых встреч. До новых видеороликов. Приятных всем вам каникул.